Салам алейкум. Бека, что с тобой? Да, вчера джай зацепил, понравился. А чё, я чего? Да, там. Не, белым нельзя. Чё смотришь? А чё? Да ну нахуй. Раз, два, меньше хам на лга. Может быть сюда? Блин, место вообще не то, а куда поставить? Ну проезжай, чё ты ему, не мешай же, вот там столько мест, проезжай давай. Чё ты напрягаешься? Нифига ты смотришь, стой! Стой, ёлки! Ты чё такой напряжённый? Стой, стой, я говорю! Урод, блин! Слышь, ты чё такой напряжённый, а? Я тебя нормально пропускаю, чё уничтожил такой проходит, так смотришь, а? Чё ты такой уничтожил, вот обязательно вот так надо проходить, что ли? Нормально проезжай всё, Слышь, я тебе говорю, Ай, чё говоришь, брат? А, извините, вы это, что ли? Я думал, ты уже там. Ладно, извините, жил вот сюда. Как дела? О, Тимоня, у него... Давай, стартуй, газуй. А ты не думал машину в золотую пленку так покрыть, как Ирлик Давидович? Все, с меня кормят полный бак. О, у тебя полный бак? Ну, не судьба. Че, батя, притопить не дает, да? 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 Да ничего, я поговорю, нормально все. Будешь топить по Альфа-Раби 78. Кожа, да это? Да, это зажигалка есть, давай сейчас проверим. Че, не куришь, что ли? А че, ты сам машину не моешь, что ли? Ну, мойки же есть, зачем? Я вот, например, сам переобуваюсь. Вот мне когда по факту конкретно вот так вот поясняют, я такой, хоп, переобулся. Давай, давай, топи, топи, 160, ебашь, похер, батька отвечать, дядька твой конкретно, давай. Направо. Бля, я отвечаю, боюсь с тобой ездить. Ебаный ездишь. Золотой, золотой, я зову тебя ласка. Представляешь, мне Жан, Раимжан в садике рассказал стихи, им подарили коробку конфет и мандарин. Ну, нормально, молодец. Что нормально, а Ярасылу, сына Акиму, подарили электрическую машинку, кухонный комбайн и телевизор. Ничего себе, что за беспредел. Вот, коррупция. Нифига. Причем Ярасыл даже не пришел на утренник. Ничего себе. Вот вообще, знаешь, у меня Кайрата телефон есть этого Акима. Вот я к нему как-то заходила, по-моему, по одному вопросу. Позвони, позвони ему сейчас. Позвони, скажи, что у меня есть связи. Вот позвони ему прямо. Скажи, что у меня есть связи в антикоррупции, да? У меня есть связи в министерстве. Я вот так щелкну, да, и его не будет. У меня такая крыша есть. Скажи, Мержик сейчас приедет вам, потеряет работу, он все, авторитет потеряет. Алло, это Кайрат, да? Аким, да? Мой муж с вами хочет поговорить. Кайрат, ассаламу алейкум. Как дела у вас? А что ты звонила? Ты че? Жена, мне там позвонила. Здравствуйте, до Нур-Султана едете? Едем. До Нур-Султана 10 тысяч тенге, до Астаны 5 тысяч тенге. А в чем разница? На Нур-Султан на Нур-дороге поедем, а на Астану на Аст-дороге поедем. А что, такие дороги тоже есть, да? Нет. А в чем прикол тогда? Братишка, Ергеш. Сыгалич.